Товарищи солдаты, сержанты и офицеры, мои боевые друзья, сегодня мы имеем честь славить вас, лучших сынов Отечества. Страна гордится вами, проявивших мужество, доблесть, смелость и отвагу при выполнении своего солдатского долга. Символично, что именно здесь мне выпала честь награждать вас высокими государственными наградами. Огромные слова благодарности за ваш ратный и боевой труд. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Так было, так есть и так будет всегда. Жизнь Отечеству, России слава! Награждены! Орденом мужества! Благодарю за службу. За мужество, доблесть, честь и отвагу. Спасибо. Виднее будет. Поздравляю. За мужество, доблесть, честь и отвагу. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством в той степени с мечами. Поздравляю всей души за мужество, доблесть, честь и отвагу. Спасибо. Поздравляю за доблесть, честь, мужество. Спасибо за мужество, доблесть, честь и отвагу. Вы являетесь примером для подрастающих поколений. С вас будут брать пример, идти по вашим следам и по вашим стопам. Поздравляю! Берегите себя и своих подчиненных.